Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения поручил накануне выборов в федеральный парламент и областную думу сформировать сильную профессиональную команду депутатов. Наша задача – сохранить устойчивость политической системы региона, повысить ее эффективность. Для этого необходимо выдвинуть самых достойных, формировать сильную профессиональную команду депутатов, способных отстаивать интересы Московской области на федеральном уровне, сказал Воробьев. На первом заседании оперативного штаба, которое проводила первый заместитель главы администрации района Елена Добрина, собравшиеся обсудили ситуацию по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Елена Константиновна акцентировала внимание всех участников на активную работу по профилактике гриппа. Решением оперативного штаба введено ограничение на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Видновской гимназии прошел урок мужества. Среди участников мероприятия – учащиеся, педагоги и ветераны Великой Отечественной войны. Музыкальная композиция, подготовленная гимназистами, очень трогательная и проникновенная. Рассказала о страшных днях блокады. Муниципальное учреждение «Дворец спорта Видное» сообщает, что в связи с наступившим потеплением каток на стадионе «Металлург» временно закрыт. Обо всех изменениях в расписании катка можно узнать в социальной группе ВКонтакте.